Доброе-доброе время суток всем моим дорогим подписчикам и моим дорогим гостям. Сегодня у нас с вами будет маленькое коротенькое видео. Видео, которое так и назову. Просто накипело. Итак, начнем мы издалека. Вчера вечером, когда я ложилась спать, посмотрела статистику своего канала. У меня столько-то просмотров и 514 подписчиков. Сегодня утром пришли оповещения ко мне, что те или иные подписчики, ой, те или иные каналы добавили на свои каналы ролики. И ко мне еще пришли 5 человек, 5 подписчиков. Я, просмотрев ролики, решила зайти на свой канал. Как вы думаете, вчера 514 было, сегодня еще 5. Как вы думаете, сколько у меня подписчиков? 514 плюс 5 будет 510. Я обращаюсь сейчас к тем подписчикам, к тем каналам, которые заходят ко мне, подписываются. Я иду с ответным визитом к ним, подписываюсь. Честно дружу, честно смотрю ваши ролики. Пишу комментарии. А вы зачем от моего канала отписываетесь? Вам для чего это надо? Но если мой канал вам не нравится, так вы сразу тогда не подписывайтесь. Вам... Я не пойму вас вообще. Для чего вам это нужно? Как мне говорят, что некоторых отписывают YouTube. Может быть, и меня отписывают. Я приношу свое извинение. Но я даже находила тех людей, тех подписчиков, имена я называть не буду, что они подписались ко мне. Честно, дружат 2-3 дня. А потом я смотрю, у меня количество подписчиков уменьшается. Я проверяю. У меня не столько много подписчиков, чтобы я не проверила. Я смотрю, а я на ваш канал подписана, я с вами дружу, а себя я у вас не вижу. Вы зачем так делаете? Давайте дружить. Давайте честно дружить. Я приношу свои глубокие извинения, я никого не хотела обидеть. Просто на самом деле накипело. Я уже не первая, которая будет выкладывать такой ролик. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю пока-пока. До новых встреч. Они обязательно будут.